Всем привет! Вы на канале Творческие будни, и сегодня я буду декорировать рамочку для фото в морском стиле. Рамку можно взять готовую или купить какую-нибудь дешевенькую, но мне подходящие не встретились, поэтому я сделала сама. Вот здесь видно, что это картон. Ссылку на видео, где я делала эту рамочку, оставлю ниже. Ширина у меня 5 сантиметров, для фотографии 10 на 15. Рамка сделана таким образом, чтобы ее можно было использовать горизонтально и вертикально. Но расположение декора у меня позволяет ее использовать только горизонтально. Это тоже нужно иметь в виду. Итак, я беру вот эту заготовку, которую сделала сама. Если вы берете готовую пластиковую, например, то ее сначала нужно обезжирить и пошкурить. Достаем ракушки, морские звезды, камушки, может быть какие-то детские игрушки, сетки разнообразные. В общем, все, что может нам хоть как-то напоминать о море. Вот эти две ракушки и морскую звезду я делала сама из самодельной массы для молдов. И молды, кстати, я тоже делала сама. Ссылки оставлю ниже. В детских игрушках я нашла вот такую рыбку. Основание я убираю кусачками, и вот эту травку я решила тоже использовать. Там же в игрушках я нашла вот такую верхушку от пальмы. Вот эти листики я отрезаю и буду использовать их как водоросли. Конечно, у меня полно всяких цепей. Вот крабик у него отрезаю колечко. Звездочка, конек, какие-то ракушки мелкие. Еще одна рыбка нашлась и черепашка. А вот это шарики из пакетиков, которые кладут в обувь. Также можно использовать бисер ненужный, монетки, какие-то бусины, ну и все, что вам подскажет фантазия. Готового якоря у меня не нашлось, поэтому решила сделать сама. Для этого сгибаю проволочку пополам, закручиваю ее и концы разворачиваю в разные стороны. Вместо якоря у меня получился рыболовный крючок. Ну и ладно. Теперь всю эту красотищу выкладываем как понравится, и в конце можно все это сфотографировать, чтобы при приклеивании не забыть, где что должно быть. Слишком толстые предметы я делаю тоньше при помощи терки для ног, которая у меня используется только для творческих целей. У меня закончилась черная акриловая краска, поэтому я смешала гуашь с клеем ПВА и на эту смесь приклеиваю сеточку. Жирненько намазываю снизу, накладываю сеточку и прокрашиваю еще сверху. Лишнюю сетку отрезаю, чтобы не мешало, и потом, когда высохнет, уже подрежу более аккуратно. Теперь приклеиваю все декоративные элементы, пользуюсь в основном горячим клеем, но иногда, в зависимости от материалов, использую клей Момент или Титан. Я решила расположить элементы в виде морского дна, поэтому внизу у меня будут ракушки, камни, крабик, водоросли, а сверху будут рыбки и черепашка. Ракушки я заполняю клеем полностью, и таким образом, когда ракушка переворачивается, клей вытекает, и она приклеивается аккуратненько, и клей не входит за границы. С этой стороны я делаю кораллы клеевым пистолетом. Травка приклеилась к монете только клеем Момент. Я ее намазала и прижала вот так прищепкой, оставила сушиться. Обе монетки и крабика я приклеила тоже на Момент и потом еще зафиксировала прищепками, так как этот клей самый жидкий из тех, что у меня есть. Если вы приклеиваете что-то мелкое, вот, например, как вот эти бусики, можно помогать себе зубочисткой или пинцетиком. И вот здесь я наливаю клей под эти бусы, и потом остатки клея размазываю, чтобы не было четкого следа. Пластиковые шарики у меня здесь имитируют пузырьки воздуха. Теперь срезаю лишнюю сетку. В верхней части рамки у меня получилось лысовато, поэтому я вот здесь провожу такие волнистые линии и изображаю рябь. Вот здесь на кораллах есть такие острые места. Можно взять горячий пистолет
именно нагретой, и не надавливая на курок, носиком вот так немножко сгладить. Для окрашивания я взяла темно-серый металлик, синюю краску и добавила немного черной. И получился вот такой цвет. На горячий клей и пластиковые элементы краска ложится плохо, поэтому покрываю в два слоя, хорошо прокрашивая все углубления. В эту же краску добавляю вот такой акриловый перламутровый лак и немного синей краски. И снова покрываю все, но уже не так старательно. Этот лак сам полупрозрачный, но он на темном фоне дает синий отлив. Может быть, здесь не очень заметно, но он есть. Особенно это видно в центре. Теперь в эту краску я добавляю белую, или вот у меня есть такая бежевая намешанная, я буду добавлять ее. Сначала я наношу краску губкой, а в тех местах, где губка не влезает, например, вот между ракушек, можно использовать кисточку. Для объемного эффекта я наношу не менее 3 оттенков краски с постепенным переходом к светлому. И каждый последующий слой должен покрывать меньшую поверхность по сравнению с предыдущим. С обратной стороной я не сильно заморачивалась. Сначала нанесла губкой синюю краску, которая оставалась, и потом уже выделила морщинки светлой. Когда все высохло, лицевую сторону покрыла акриловым лаком из баллончика, а обратную сторону акриловым паркетным лаком. Вот и все, рамочка готова. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения и просматривать интересные для вас видео. На этом все. До встречи на моем канале.